Приветствую вас, коллеги. Приехал к Сереге на объект. Сергей Борисенко, вы его знаете. Очень одна интересная технология. Потолок сделан по технологии КНАУФ. Это первое. И про эту технологию, именно про эту технологию, я когда-то давно слышал, потому что Сергей Харитюк, он делал губернатору нашего города. И как раз-таки там была применена эта технология. В чем особенность ее? Серега коротко расскажет, потому как я не занимаюсь гипсом. Он расскажет, какой уголок и что для этого надо. Поэтому поехали. Серега. Приветствую, коллеги. В очередной раз Слава приехал к нам в гости. И вот увидел как бы интересную вещь. Взяли мы квартиру. Тут надо, конечно, немножко пододелывать, как бы, ну, мелочи, и покрасить все. И тут было интересно, смонтирован гипсокартон. Он, если так с первого взгляда посмотреть, то такое ощущение, что натяжной потолок. Вот, Слава, можешь показать примыкание. Вот, видите? То есть, есть 2-3-миллиметровая пустотка между стеной и потолком. То есть, если, когда мы уже его покрасим, я думаю, что будет такое ощущение, что это просто натяжной потолок. Все, в принципе, элементарно. При работе данного, как говорится, угла нужно вот использовать специальный уголок, продается. Вот видите, с одной стороны он перфорированный, а с другой стороны он сразу такой вот гладенький. То есть это примыкание к стене. Здесь получается вы пристреливаете на шпаклевку, там сглаживаете, и это уже идет к стене. То есть прямой угол. Нет уже такого, как видите, с двух сторон же есть обыкновенно. А здесь уже такой специальный. Но единственная особенность в чем, что здесь при монтаже данной конструкции, если вы хотите смонтировать именно так угол, вам нужно практически, ну не практически, а вообще выровнять плинтусную зону в ноль под уровень, чтобы она была ровная. Потому что когда вы смонтируете ровно потолок, и у вас будет не ровная плинтусная зона, у вас это будет не смотреться, то есть вот так вот волнообразно и некрасиво. Вот. Так что единственный, как говорится, такой... И самый большой плюс, что потолок получается плавающий, и да, как да. бы от трещин... Вот от это... трещин, да, то есть тут не надо вам вклеивать эту самую перфорированную ленту в углы, то есть довольно-таки очень красиво, практично. Мне очень понравилось, вот я как бы возьму на вооружение в дальнейшем, потому что у нас в Бресте очень мало квартир таких вот, именно с таким выполнением гипсокартонных потолков. Вот, и будем показывать, вот будем красить ее мы с напарником, напарник здесь клеит плинтуса, он у меня мастер по этому делу, так что... Да если он, подожди, Серега, стоп, если он мастер по этому делу, вот пускай он и видео как раз таки расскажет, как он это все делает. Лады? Договорились, вы все слышали. Нет, конечно, конечно. Я буду когда снимать видео, непосредственно он расскажет, что применялось, как делалось. То есть мы же будем делиться всегда, как говорится, своими какими-то подходами, вот, чтобы люди получали более такую, как говорится, обширную информацию. Вот. Это же полезно, пусть люди учатся. Мы чему-то научились, должны передать кому-то что-то. Вот, так что такие дела. Смотрите уже непосредственно на моем канале будет продолжение покраски данной квартиры. Увидите, как говорится, сами все поймете. Ну, добро. Ссылочку я сделаю под видео на Серегин канал, так что подписывайтесь. Пока, ребята. До новых встреч.